делает у нас дорогу. Обещал губернатор, что все вот эти от Палиха до границы Нижнего Новгорода будут сделаны, 52 километра. И Нижний Новгород сделает. Вот, наверное, не просто мотаться по таким дорогам, а вы почему-то все ездите и ездите на эти фестивали. Зачем? Уже, ну как вот ездишь? Во-первых, хочется друзей встретить. Уже друзья все там, вот, все знакомые. Вот, сколько раз на фестивале встречались, как там год прошел от этого фестиваля до этого. Или не только год, если еще на каком-то соприкасаешься. Вот. Вот из-за этого. Потом опять как бы везешь свое что-то новенькое. Вот я нынче самокатик качу. Вот. Значит, его показывать буду в том году. У меня слова были кондинские, вот, запись есть там 18-го года. Хорошо, теперь мы, так сказать, со своим телевидением, вот, и нас заметили, и это уже как-то память, и уже можно посмотреть, потом уже будешь, когда уже ничего не надо, вот, где-то посмотришь, где-нибудь в интернете найдешь. Ну, выступление ведь это еще все равно немножечко, наверное, адреналин, настроение. Конечно, такое. Адреналин, конечно. Так я думаю, ну, вроде пустяки, ерунда, там, приехал, спел и все. Ничего подобного, еще это, как вот начинает это, ну, не ругаться, но вроде не ругательское, так, ну, мандраже такое, французское слово, наверное, вот, что это, потряхивает, вот, чем ближе, тем больше потряхивает, ну, адреналинчик, наверное, научным языком, вот, все равно же хочется это, ну, так сказать, выступить хорошо, чтобы приятно было слушать, вот, и едешь, думаешь... Я гляжу, увеличилось количество фестивалей. Теперь, наверное, на все не удается попасть в Ивановской области. Да, лишь бы жена отпускала. Вот. А то ведь сегодня у меня вот рабочий день. У нас, так сказать, строительная эта компания. Пока лето, надо постоянно работать, зимой бы отдыхать. Мне бы эти фестивали зимой, я бы на каждый ездил, каждую неделю. Ну, при условии отпускать, если жена будет. А то ведь может и не вернуться. Ну, это шутка. Вот. Вот так. Строительная компания у них действительно, ну как строительная, они торгуют товарами для строительных работ. И действительно очень качественные и товары, и доставка полная по Пестяковскому и соседним районам. Так что оторвали мы сегодня человека от работы. Да, но зато вы узнали, что этот человек вам может еще и строительные материалы привезти. Спасибо за внимание.